Нет, выпустите меня! Что будем делать? Я его закрыла, Эдичка. Я вас не буду убивать, что вы переживаете? Я не верю ему, я не верю, Игорь. Эдичка, мне кажется, нам нужно его убить. Где-то кто? Не, Игорь, давай погорим. Игорь, давай погорим. Успокойся, пожалуйста. Мы друзья. Заходи на сервер WindMC.ru, версия 1.8.1.10. Сервер с уникальной, очень красивой генерацией мира. На сервере есть очень красивые эффекты, мини-игры, кланы, свадьбы, автошахта и дешевый донат. Поэтому что ты ждешь? Давай быстрее заходи и начинай играть. Ура! Новый день в детском садике! Ура! Ладно, детский садик. Слава богу, то, что мы еще в школу не ходим, да? Да. Мне кажется, надо поставить лайк, если вы хотите с нами пойти в детский садик и ходить в детский садик вместе с нами, да? Да, и ребята, давайте напишем в комментариях хэштег «Школа уйди». Тогда школа уйдет, и вы пойдете с нами в детский садик. Да, никаких уроков, никаких домашних заданий. Побежали, ребят, побежали. Просто можно спать, кушать и все, играть. Да, и бухать с Петровичем. А Тамара, мы Тамару забыли поздороваться. Тамарка, здрасте. А Тамара, помню, на настроение сегодня. Пипал. Что-то развернулось, да, давайте. Так, Петрович, мне интересно, как дела у Петровича? Как обычно? Мне кажется, как обычно, да? Ну, у него, смотри, он нахмуренный такой, стоит такой, где приедет? Петрович... Напухался, не разговаривать ни с кем. Горло слушает. Так, о! Женечка, Игорь, смотри, а где Ярик? Ярик! А где он был? Смотри, это всегда его любимое место, даже бутылочку свою волшебную тут оставил. И фламинго! Так... И где Ярик? Куда он делся? По-моему, Тамара говорила, что ему плохо стало, в больницу забрали. Да? Он вроде вчера отравился, как я помню, да? Что-то он тошнило его там, мучило. Давайте пойдем в наш волшебный портал, мне кажется, он отправит нас туда, к нему. Да. В больницу? Да. Ну ладно, пойдемте. Давайте. Это же портал, куда хотим, туда и отправляемся. Навестим Ярика, ура-ура. Так, туалет. Так, открывайте. Странный туалет. Вам не кажется, что это что-то какое-то подозрительное? Странный портал какой-то. Ну это же больница, как обычно. Вы готовы все? Ну да, так, да. Давайте отчет. Игорь? Раз, два, три. Уи! Вау! Да. Где это мы? Это Russian больница, Russian, да? Russian. Так, логопед. Логопед. Психолог. Сейчас. А что с Яриком-то было? Где нам его искать? А он отравился вроде, и нам нужно его. А это какой врач? А это я не знаю, это я еще. Может, его положили уже в палату? Может, он вообще в морге уже? Давайте проверим. Так, это не смешно. Во, палаты. А ну-ка, пойдемте в палату. Палаты заходим. Так, давайте. Подождите, а дверь закрылась. Какие-то страшные палаты. Смысл? Выпустите меня! Разве это больница? Почему здесь кровь на стене? Нет, выпустите меня обратно в детский садик, пожалуйста! Смотрите, тут какой-то сундук и записка! Я читаю. Приветствую тебя, Эдисон. Эдичка, это, кажется, тебе. В смысле? Нет. Эдичка, что там написано? Тут кровь! Приветствую тебя, Эдисон. Ты очень плохо вел себя в детстве. Ты причинял боль окружающим и не думал о последствиях. Причини же боль еще раз, и ты спасешь своих друзей. В смысле боль? Твою мать, в смысле? Кто меня вообще знает в этой больнице? Я тут первый раз. Мне кажется, нас похитили, ребята, мне кажется, нас похитили. Выпустите нас отсюда! Я хочу обратно в детский сад, пожалуйста. Так. Давайте успокоимся. Сейчас нам нужно найти выход с этой ситуации. В смысле, кому мне боль причини? Как спасти своих друзей? Тут какие-то непонятные буквы написаны. Эдичка, читай, что тут? Что тут? Я не знаю, что там написано, тут пострашнее будет, смотрите. Тут нож! Он еще жив. Он еще шевелится, посмотрите. Дайте сообразить, у нас тут есть дверь, мы можем с нее как-то... Смотрите, тут есть какая-то дверь, мы можем куда-то убежать, только ключа нету. Ключ. Там говори, причини боль, ты должен причинить ему боль. И что будет? Ключ? Я не знаю. Может быть, в нем ключ? Ну это уже нас какой-то маньяк похитил. Мне как-то не нравится все это. Эдичка, мне кажется, у нас нет другого выхода. Это задание сказать делать тебе, поэтому.
Ты делай, мы постоим пока второй. Давай, 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 Эдичка, вперед. Спасибо, спасибо за помощь. А что, что мне с ним сделать? Может его попросить просто? Я не знаю, вот давай ты его попроси, а мы пока тут постоим. Эдичка, что нам делать? Прости, прости, друг. У меня не было выхода, я ему разрезал все брюхо. Ты что сделал? Нет, ты как ты мог убить человека, Эдичка? Не было другого выхода, не было, Женечка. Так, я нашел еще здесь одну записочку. Читай. Так, приветствую тебя, Женечка. Это уже тебе. Женечка, читай. Странно, странно все это, странно. Родители всегда говорили тебе, что играть с огнем очень опасно, но ты не слушала их. Возле тебя находится газовая камера, в конце которой есть ключ, который спасет твоих друзей. Иногда в лицах людей есть скрытый смысл. Удачи. Какие лица людей? Какой скрытый смысл? Мне кажется, нужно посмотреть на Эдичку, смотри, у него какая-то, у него сопля торчит. Да нету, нет, не у меня странное лицо. Так, давайте опять подумаем, тут есть опять дверь, и нам нужен ключ, чтобы пройти дальше. Я вижу какую-то кнопку, Женечка. Я нажимаю кнопку. Так. Кстати, ребята! Как нам вытащить ее? Я вижу в конце ключ там. Женечка, сейчас твое испытание. Тут горячо, ребята, помоги! Подожди, нам надо ее вытащить оттуда как-то. Подсказка. В лицах. Так, думай. Стой, это кто? В лицах людей есть скрытый смысл, да? Я взял ключ! Я бегу! Смотри, Игорь, я что-то вижу, смотри. Откройте, тут горячо! Ключ! Так, забирай. Давай. Ставь. Быстро. Откройте меня, ребята! Какой ключ? Сломай нахрен дверь, да стекло! Давай. Убегай. Все, открыли. Тушите меня! Все, потушили? Давай, Женечка, быстро ставь. У меня вот один вопрос. Чего? Ключ мог этот подойти к этой двери? Я не знаю. Ты видишь то, что этот майночина все продумал? Все ходы вот эти. Женечка, давай ставь ключ, давайте выбираться отсюда, быстро. Я не могу, я руку обжарила. Ну давай я. Дай нам, мы поставим. На. Куда? Горячий только, аккуратно. Да, ставь. Так. Работает, подходит ключ, хорошо. Так, что тут, смотрите в сундуках, может какие-то подсказки будут. Давайте в сундуке подсказки. Опа! Так. Что там? Ребят, я нашел еще одну книжку. Так, что там? Я нашел топор. Привет, Игорь. Игорь. Привет. Сейчас для тебя. Давай читай. Я не буду читать. Не хочу. Читай. Просто уйдем отсюда. А ну читай быстрее, я не хочу провести остатки своей жизни. Ладно, все. Ницы. Женечка, успокойся. Все, ладно, читаю. Привет, Игорь. Ты был самым непослушным ребенком. Ты убивал... Да, он был самым непослушным. Да, ебу сказать, давай, Игорь. Ты убивал всех на своем пути и даже своих друзей. Чтобы попасть на свободу, тебе осталось выполнить одно испытание. Убей своего друга, орудие убийства ты сможешь найти в этой комнате. Так, я что там забыл? Женечка! Я сучку забыла находить. Мама, там кушай! Да, Женечке не нравилось. Нет, выпустите меня! Что мы будем делать? Я его закрыла, Эдичка. Я вас не буду убивать, что вы переживаете? Я не верю ему, я не верю, Игорь. Эдичка, мне кажется, нам нужно его убить. Где-то кто? Не, Игорь, давай погорим. Успокойся, пожалуйста. Мы друзья. Маньяк тебя провоцирует. Пожалуйста, успокойся. Мы найдем выход, я тебе обещаю. Мне кажется, ему нельзя доверять, Эдичка. Ладно, я не буду вас убивать, я не хочу убивать. Но нам надо тогда придумать, как мы отсюда будем... Он все врет, он сейчас, мы откроем дверь, он нас зарежет. Хорошо, давайте, отдам свои орудия убийств. Вот. Так, отлично, теперь мы заряжем его. А ну давай. Женечка, у тебя будет вот этот топор, у меня ножик. Открывай двери. Так. Игорь, успокойся, отойди подальше. Нет, Игорь. Одумайся. Я пошутил, что вы переживаете? Нам нужно найти выход с этой комнаты. Может, тут есть какой-то секретный проход, я не знаю. Так, давайте. Я буду ломать все кровати. Я ломаю. Понимаешь, что у тебя топор, и это все, конечно, весело. Что ты сделал? Что это было? Я не знаю, что произошло. В смысле, не знаешь, а как мы тут вообще... Так. Я не знаю. Смотрите, Ярик! Это Ярик, давайте как спасем он тут... его. В смысле, спасем? Это случайно не... Так. Это не кажется, он... Это нужно все выяснить, давайте пойдемте к нему. А как? Сюда? Ребята, я бы... Подумал на вашем месте, мне кажется, это он нас сюда заманил. Мы же никогда с ним не разговаривали в детском садике. Он просто обиделся и решил от нас избавиться.
Ну ты смотри, он же тут заперт, тут решетка. Он один, надо его спасти и помочь. Так, ну давайте. А почему тогда во всем здании больницы и вот этого испытания только он? Я говорю, я... что-то странное. Так, ладно, хорошо. Пойдемте. Давайте, давайте, давайте. Вы готовы? Может, там какие-то опасности, ребят? Давайте подумаем. Давайте, я приготовил топор. Готовы? Давайте спасем его, давайте. Давай. Побежали, побежали. Так, Ярик. 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 Эх, не пойдем мы больше никого наведать в эту в больницу. Лучше будем здесь, пусть они там сдохнут в своей больнице. Ну зато не надо идти в школу. Да, ребята, поэтому пишите в комментариях «Школа, уйди». Да, да. И, ребята, ставьте лайки, кто не хочет пойти в школу, потому что школа это скучно, а детский сад это круто. Да. Да, детский сад это круто, ребят. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Ты гонишь, что ли? Аркан, ты? Я всегда последний говорю. А я всегда говорю про это, ёбаный носок, ну говори, всем пока просто. Давай, раз, два, три. Всем пока! Всем пока, ребята!